И чтобы молодое поколение знало и гордилось своими героями, в преддверии годовщины со дня катастрофы Чернобыльской АЭС молодежный центр «Ровесник» организовал мероприятие для ветеранов. Мы находимся возле памятника салаватцам, участникам ликвидации радиационных катастроф. Здесь сегодня будут возлагаться цветы. Вот этот патриотический клуб «Ровесник» уже несколько лет подряд чтят память тех чернобыльцев и их жен, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Мы хотим, чтобы молодежь помнила это. Мы хотим, чтобы знали они, что такое Чернобыль, и память была.